Я была беременна. У меня случился выкидыш, их было трое. Медсестры взяли меня под руки и понесли. Ну и, собственно, достали из наркоза и какой-либо анестезии. Впоследствии у меня была вторая беременность. Да, мне потом опять стало дурно. Я пришла к бабушке в комнату, сказала, что, кажется, я умираю. И упала. Кровью истекать начала. Потом проснулась уже этот... капельница. И ребенка больше не было. Я не могу позволить себе помечтать о детях, потому что я не знаю, будут ли они. Мне бы хотелось просто семью хорошую. Ну, по-человечески, по-нормальному. Чтобы был мать, отец и дети. Чтобы здоровая семья была. А как семья здоровая, хоть если я не в себе?